папа тоже сюда есть. Так, сегодня вашего соратника, спортсмена, патриота, причем человека, который не, на которого не влияет мнение друзей, ну, я про Жору Долгову. Он тебя сюда привел, да? Он ушел, а ты остался. Исполнилось Кириллу сегодня 13 лет. Есть хорошие слова. Хочешь пожелать человеку то, что сам себе хочешь пожелать. Поэтому... С одной стороны, мы будем смотреть, что, в принципе, вы сами себе желаете. Кирилл, поздравляю тебя с днем рождения, желаю счастья, здоровья, чтобы ты никогда не болел, чтобы ты слушался родителей. Давай, Сашенька. Поздравляю, Кирилл, я поздравляю тебя с днем рождения, желаю счастья, здоровья, и чтобы у тебя было много друзей, и чтобы тебе не было скучно. Какие ты красивые слова прям говоришь ради пиццы. Давай, поехали. Кирилл, поздравляю тебя, желаю тебе счастья, здоровья, много друзей, и когда вырастешь, чтобы у тебя было много денег. Молодец, Полина. Кирилл, с днем рождения, и я желаю от всей души вырасти тебе человеком с большой буквы. Какая симпатулька на тебя потом посмотрит через пару лет. Давай, Владечка. Кирилл. Тихо. Кирилл, я тебя поздравляю. Желаю счастья, здоровья, чтобы ты не болел, чтобы ты учился на одни пятерки и ездил на море. Хорошая мечта, значит, человек с большой буквы. Ездит на море, тут стандарт у всех был. Давай, поехали. Кирилл, я тебя поздравляю с днем рождения, желаю тебе хорошей оценки и чтобы ты не пропускал ни одного соревнования. Ты, ну понятно, да, потому что ты сам пропускаешь. Малкин, поехали. Кирилл, поздравляю тебя с днем рождения, желаю крепкого здоровья, добра, удачи, чтобы ты был самым крутым, заслуженным мастером спорта по рукопашному бою. Кирилл, поздравляю тебя с днем рождения, желаю счастья, здоровья, и чтобы у тебя все получалось в рукопашном бою. Кирилл, поздравляю тебя с днем рождения, желаю счастья, здоровья, чтобы у тебя были хорошие оценки, было много друзей и очень много счастья в жизни. Желаю тебе счастья, здоровья и денег. Кирилл, я тебя поздравляю с днем рождения, желаю тебе счастья, здоровья, чтобы ты всегда верил в Бога. Желаю счастья, Кирилл, поздравляю тебя с днем рождения, желаю счастья, здоровья и чтобы у тебя получилось все в этой жизни, что ты захотел. Так, ты что такой грустный у меня? Ты обидно забыл, что я сказал. Так, стоп. Кирилл, желаю тебе счастья, здоровья, чтобы ты никогда не болел. У тебя было очень сильно много денег и друзей. Чтобы ты учился на хорошие оценки и никогда не пропускал тренировки и соревнования. Обращаю ваше внимание. Поверьте мне, счастье не в деньгах. Я серьезно хочу сказать. Ну, Серега, сколько ей, блин, ну я вот сколько свою жизнь продал, поверьте мне. Я держал многие миллионы в руках, но это я тратил все сюда. И счастье не в деньгах. Счастье в гармонии, в хороших верных друзьях, в цели вашей поставленной, что вы добиваетесь. А вот много денег, ну что много денег? Вот я в один момент сейчас все человек продает, и он все, не богатым. Богатым надо в первую очередь быть внутри, и вот здесь, и вот здесь. Поняли? Просоха, давай. Я поздравляю тебя с днем рождения, желаю тебе успехов в школе, в тренировках. И желаю, чтобы ты добил своей цели в жизни. И не пропускал тренировку. Ну, мы же должны сами себе желать то, что мы хотим, правильно? Давай, Саидов, я знаю, ты прикольно заготовил, давай. Я желаю, чтобы ты стал чемпионом мира по рукопашному бою, был сам сильный. И все? И еще, чтобы ты получал одни пятерки, чтобы у тебя даже текущих там четверок не было. Только одни пятерки. Понятно. Вот самый у нас общительный. Посмотрим, что ты заготовил. Давай. Кирилл, поздравляю тебя с днем рождения. Хочу счастья, денег, чтобы у тебя много было, хорошей оценки, чтобы ты был большой шишкой во всех компаниях, которые только есть там. У тебя все получалось. Кроме Ярополка, потому что тут шишки уже есть. Ну да. Был миллиардером, допустим. И очень много друзей надо тебе. Отлично. Я тебе, в свою очередь, желаю то, что я только что сказал. Счастье, гармония,
И богатство должно быть здесь и вот здесь, а не физическое, понятно? Не говоря там про оценки, про все вот в этом духе. Как обычно, с днем рождения. 3, 4. С днем рождения!